Как-то на одном из вот таких листочков, я не знаю, там у вас он есть, наверное, есть. Первым вопросом стоит здесь так: муж собрался на рыбалку на ночь, а то и на несколько, с другом. Вам это страшно не нравится, но как должна поступить мудрая жена? Знаете, мне очень понравилась одна ситуация. Проснулась, говорит, в 4 утра, сломала все удочки, спустила червей в унитаз, легла, крепко прижалась к любимому, жить осталось 1.5 часа. То есть она любой ценой грызет свое счастье. Я скажу, что она мудрая. Я на вашей стороне, жены. Сестры, я на вашей стороне. Никакие хобби, никакие увлечения мужа не могут стоять выше отношений. Кто с этим не согласен? Езжайте на рыбалку. Я думаю, что вам там будет о чем подумать, пока не будет клевать.